Еще раз повторите, пожалуйста. Да, какие повреждения были? Ну, я точно не знаю повреждения. Оказывал помощь две других скорые. Угу. Приехали сюда дежурить. Вообще. Что было-то? Что сейчас вы говорили? То, что ранение у женщины. Брюшная полость ранение было. Это у кого? Ну, у женщины. У бабушки, да? Да. Убить. А правда, что она скончалась? Я не знаю, с Борской скорой, это спрашиваю. Я не знаю точно. Оказывали помощь другие фельдшера, врачи. Мы знаем, это с чего все так было. Жива женщина? Да. Привезли в больницу, все пока живы. Все вот трое, да? Да. Погибших? Чего? Погибших трое. Я пытался его сделать. Извините, пожалуйста, а вы сюда зачем приехали сейчас? То есть, что будете делать? Ну, мы здесь дежурим, как бы. Вдруг какие-то будут тоже. Экстренная помощь кому-то оказать, кому-то, может быть, плохо будет. На фоне, да, вот этих всех событий? Да. Ага, и как долго вы здесь будете? Не знаю. Как распорядиться Борской скорой диспетчер. Угу. Скажите, а вот вы как вообще удивлены этой ситуацией, что это все произошло? Что у вас врачи говорят? Ну, очень давно такого не было. В шоке, наверное? Ну да, можно сказать. Что можно сказать? Ну, как бы. Ну, как я повторила, говорю, давно такого уже не было случая.